Специалисты рассказали, каких усилий стоило вернуть воду первоуральцам. Последствия инцидента, из-за которого пришлось ограничивать напор в кранах, уже устранены, отчитались представители водоканала. Напомню, на канализационной насосной станции затопило приемную камеру, стоки пришлось откачивать двое суток. Потребовался срочный ремонт запорной арматуры. Чтобы провести такие работы, нужно было минимизировать объем стоков, снизив давление в городских сетях водоснабжения. Для жителей организовали подвоз воды тремя цистернами. За время ремонта сотрудники водоканала извлекли из канализации 7 бочек отходов по 200 литров каждая. Как отмечают специалисты, сейчас водоснабжение полностью восстановлено. По поручению главы Первоуральска, после стабилизации давления в сетях проводится усиленный контроль качества воды. Производственный контроль качества питьевой воды специалистами водоканала проводится в ежедневном режиме. По поступающим жалобам на качество воды мы разбираемся индивидуально.